Здравствуйте, дорогие подписчики. Итак, сегодня у нас в нашем меню готовим говяжью печень. Я вот предварительно лук поджарил. Сначала чеснок немножко поджарил, потом лук, видите, довел до определенного состояния. И теперь могу сказать, у меня на это ушло 9 минут. Теперь я закладываю печень, подготовлю. Эту печень мы подготовили, значит, немножко добавили в нее соли, и она какое-то время пролежала соли. Вот. Надо постоянно помешивать. Чтобы печень побыла, вообще соль морскую приготовил. Ну, это наш набор с печенью. Он вам уже знаком. Я думаю, что на готовку печени уйдет примерно минут 5-6. Вообще специалисты не рекомендуют солить заранее печень. Она твердой становится, поэтому я все приготовил. Когда увижу, что она подходит ближе к финишу, видите, побелела печень. Добавим соль и приправу. Ну и, конечно, в последнюю очередь у нас тут готово. Здесь кинза и укроп приготовили, когда уже готово будет сверху, допустим. Видите, как цвет печени меняется. Печень такой продукт очень быстрого приготовления, пока я готовлю печень, хочу вам рассказать еще один рецепт, с которым я когда-то в молодости столкнулся. Я работал с одним профессионалом, он шеф-повар был в ресторане. Один раз пригласил к себе в гости. Ну и говорит, я тебя сейчас угощу, обалдеешь с этим блюдом. Правда, там, где мы жили, был бараний курдюк, был без проблем. Ну а в этой стране в США я пока не видел ни одного барана курдюка. Сколько спрашивал, говорят, какие здесь называют. Ну и конина здесь нельзя резать, козы здесь называют. Вот это основная ностальгия, по которой мы сильно скучаем. Курдюк и конина. Я смотрю, некоторые видео снимают 10 минут. Готовят печень 12 минут. Если ее немножко передержать, абсолютно немножко, она твердая становится. Поэтому мы не будем рисковать. Я думаю, что она уже близка к готовности. Теперь подсолим. Морской соли, другой не пользуемся. Нет, пользуемся на... Во время ферментации у нас еще есть гималайская соль. Вот набор приправ. Пожалуй, все. Останется только добавить зелень. Я вам скажу, в общей сложности уходит на готовку этого блюда где-то ориентировочно 15 минут, потому что 10-12 минут лук жарить надо, ориентироваться, и минут 5-6 уходит на готовку печени. Смотрите, какая красивая печень. Знаете, что для вас запахи не доходят? Ну, это что-то. После вчерашнего рыбного дня переключились.
Ну, после того, как я печень подготовлю, если вы не забыли, что в начале этой недели мы готовились к уикенду, к выходным. Замариновали утку, крылышки утиные и пару стеков. Вот после того, как я приготовлю печень, ну, в этот же вечер сегодня, чуть позже, я возьмусь за приготовление. Назовем его стейк-шашлык. Решил один стейк пожарить в виде шашлыка. Ну, а второй я просто подвешу на дверь холодильника, и он будет сушиться. Ну, потом мы к нему вернемся, еще дополнительное видео сниму. Ну, пожалуй, все, я выключаю плитку. Так, смотрите. Плитку выключил. Украшаю зеленью. Чуть-чуть поторопился. Ну, ничего страшного. Мы сейчас положим красивую посуду сверху. Вот так. Пожалуй, все. Но у меня еще... Я зелень не всю использовал. Немножко зелени осталось. Грубовато, правда, но нормально. Зато вкусно. Вот смотрите, что у нас получилось. На этом все. Ждем ваших комментариев, лайков или дизлайков. Ну и просим о распространении наших рецептов, чтобы как можно больше людей узнали, что можно хорошо полакомиться. До следующего видео.